Доки Трэш, блядь! Всем привет, с вами Доки Трэш. Сегодня мы продолжаем играть в One Punch Man. Очень долго я не снимал по этой игре ничего, но за то время я ее просто не забросил, а продолжал играть. В общем, тут очень много интересных изменений с момента первых записей, и вот я вам сейчас покажу, какие именно. И мы находимся уже вот у себя в хате. Вот, короче, мы тут уже обустроились, у нас уже, короче, все поменялось. То есть в этой игре я уже весь себе дом обновил. Все очень красиво, все качественно. Да, у героя должно... все должно быть. Даже розовая стиральная машинка. Да, короче, тут я подружился уже со всеми почти что героями. Уже со многими пиздился. И сейчас, собственно, покажу, как я тут продвинулся по сюжетке. Слава богу, здесь можно все переиграть. Так, тут у меня, получается, разные стили борьбы. Разные костюмы. Стиль борьбы, как у Геноса. Стиль борьбы обычный. Стиль силы. Стиль псионика. Стиль с оружием. И стиль с оружием. Тип боя с оружием, когда у меня там какой-то рюкзак. Я буду сейчас попутно это показывать. Допустим, сейчас у меня стиль Геноса. Я прокачал по полной почти все. Так, я сейчас покажу, собственно, как оно все устроено. Сейчас переместимся в Содружество, и у нас все будет здесь четко. Здравствуйте, Гера, у нас еще одна миссия, специально для вас. Посланник водяных добрался с побережья до жилых районов. Он крушит все на своем пути. Эвакуация гражданского населения почти завершена. Уровень угрозы – волк. Необходимо немедленно найти и обезвредить противника. Наконец-то по сюжетке мы, получается, и так хотел сюжетку показать, которую я уже прошел. Но тут уже новая пошла. Кстати, сюжетка была по аниме One Punch Man, где водяные, короче, пришли и начали все уничтожать. Люди, внемлите мне. Если хотите сохранить свои жалкие жизни. Я посланник из морских глубин. Отдайте суши нам на власть, а затем мелкие людишки станьте кормом для... А? Ха, а ты то, что не убегаешь, значит сожрем тебя первым блюдом. Да. Я с вами покажу, что я умею. Итак, сейчас покажу, что я умею. Так. Ой, ну все, пиздец. Получай. Так, сейчас получишь пизды. Ой. Да. Так, получай. Так, сейчас мы накачаемся суперсилой. Я вам покажу свой особый стиль. Капец, мне капец. Все. Так. Ну все, пизда тебе. Меняем стиль, и мы поменялись внешне. Увернулся, охренеть. Уворачиваемся срочно. Да, короче, нужно срочно прокачиваться. Нужно, короче, прям увеличить свое либидо, блядь. Нужно, короче, до 6 позиций. Блин, получаю я пиздячек, короче, просто жестко. Да. Да.
Вот так. Вот вам суперсила. Вот вам супермощь. Ну вот, собственно, и все. И это сила только одного вида боя, который я выучил. Ну что, неплохо, да? Прокачались немножко. До класса S осталось чуть-чуть. Я быстро прокачаемся, и все. Я буду... Там, кстати, есть режим рейтингов. Можно перейти, я был в классе С, типа, когда чуваки просто дерутся, что-то умеют. В классе Б, типа, уже профессионально дерутся. В классе А, типа, уже имеют суперспособности какие-то. А класс С — это уже все высшие разумы. Я уже немножко, уже класс С у меня будет. Тем временем. Эй, человек. Ты нос-то не задирай. Весь твой фан-клуб разбежался, теперь тебе никто не поможет. Вы все умрете прямо здесь. Без зевак, куда легче. Я. Ой, бамбуковый росток. Ну и все, короче, он их отпиздил. Получилось, получилось. Я нереально круто в одиночку завалил целую толпу ставящей, это был уровень угрозы бог. Знаешь, ты мне совсем не нравишься, так что будь добр, сдохни уже. Перекачанный, блять, Ктулху. И сейчас, короче, мы будем с ним пиздиться. Приветствую еще раз. Если коротко, нам снова нужна ваша помощь. Чудовище из морских глубин вернулось и принялось разрушать побережье. Уровень угрозы — тигр. Низкоуровневым героям там делать нечего. Несколько героев класса А уже отправились туда, но врагов слишком много. Будет нелегко, пожалуйста, помогите. Чудище из морских глубин, недавно напавшее на побережье, вернулось. На этот раз с поддержкой. Судя по вашим прежним успехам, задачи вы справитесь. И весьма успешно. Спасибо, что согласились приняться за дело. Текс. Мы сейчас отправляемся туда, чтобы все захерачить. И перед тем, как мы отправимся в Содружество, я поменяю режим, режим боя. Вот у меня режим есть, самый четкий. Короче, мы сменили костюм, теперь мы вот такой красивый чувачок. Теперь мы идем в Содружество, чтобы выполнить это задание. Чтобы встретиться с тем накачанным чуваком, блять, который похож на перекачанного гей-ктулху. Вы посмотрите, еще больше солдат, но одного меня. Похоже, его силы сейчас рванет наружу. Ой-ой-ой. Ого, музык. Соник, детка, отойди в сторонку. Милашка. Жало класса А, 11 место. Я любил этого парня, а ты его искалечил. Меня Генос обошел, так что я теперь 17-й, в самом низу списка, но я по-прежнему в классе С. И хотя шерсть ты заломал, я покрепче буду. Превосходная гора мяса. Приготовлю из тебя сочный стейк. О, пизделка. Оба.
Да ладно, смотрите. Ты серьезно? Сейчас мы тебя победим, морской ты черт. Сейчас мы покажем ему суперсилушку гейскую. О. Сейчас мы ему покажем. Смогли. Круто. Мы победили этого хрена. Ну, хотя как, попытались победить. Сейчас мы посмотрим один в один моменты из аниме. Типа, ты меня задел, чутка. На, взял вот пиздил. Гомозек. Весело, да? Ты кто еще такой? Я морской владыка, управляя всеми морями и обитателями. А теперь еще и суши буду править. А ты осмелишься со мной сразиться? Думаешь, тебе хватит сил в одиночку править всей землей? Жалкий дурак, сидел бы лучше с своими братцами на своем дне морском. Ну, тогда я тебя убью. Прямо с языка снял. Не стоило тебе так нос задирать. Не стоило тебе задирать так нос. Придется теперь тебя уделать, хоть я и не герой. О, нифига, он уже в супер стиле. Ну ладно, по сути дела хватит. Хоп. Я муляшку проткнул. О, слушайте, а самый прикольный из всех боссов. Мне он нравится. Бакрит Сильтим! Крузинкяк! Икваю! Ну, не готова! Сейчас попробуем супер силу Соника включить. Да, не получилось это. Итак, не получилось нихера. Твои удары для меня словно комариные укусы. Он быстрее, больше и сильнее, но я все равно не проиграю. И в этот момент должен прийти Ван Панчмен. Нет. Бесправный ездок прийти должен. Да. Ну, что-то не пошло по плану вообще. Давайте прикончим. Вот так, почти кончилось. Сейчас мы суперсилу включим и прибьем его. Блин. В углу прижал все и пиздец. Накопать.
И, блять, капец, что делать? Несерьезно, блять. О, суперсила сейчас будет. Вот так. Сейчас я его прикончу. Я знаю твои движения. Пока ты о них подумать не успел. Ну и нормально, чё. Вроде бы что-то, блядь, сделал. Блин, мои приемы не срабатывают. Неужели мне его и правда не одолеть? В следующий раз тебе не жить. Испарился, ну и ладно. Мелкую ребёшку принято отпускать. Итак, продолжим. Так, что там будет дальше? По сюжетке-то. Вот мы прибежали. Очередной сухопутный червяк. Нападай, если так уж надо. А я тебя прихлопну. Так, сейчас мы покажем ему супер приемы. Я как раз, получается, переключил стиль на стиль качка. Сейчас у меня все приемы будут такие, связанные с борьбой. Ты мне не нравишься, так что сдохни же. За дело. Оба. Нихера мы его сейчас швырнем. О, четко. Сейчас я, блядь, покажу ему свою силушку. Ни хрена себе. Ой-ой-ой-ой-ой. Он меня отравил, блядь. Да ладно. С одного удара просто взял мне все хп отнял. Просто это невозможно. Ладно, сейчас я тебе покажу суперстиль. Так. А ну-ка. Оба. Сейчас я вам покажу, блядь, сейчас мы пизда будет. Сейчас его просто мочканулся. И моих сил, походу, не хватило. Я так понимаю, что эта катсцена сейчас покажет, что я слабак, блядь, по сравнению с ним. Хотя я его пизданул, конечно, прилично. Это какая-то гей-сцена. Ах, это твоих ударов даже не чувствую. А теперь ты умрёшь. Удар правосудия. Узри велосипедиста. На страже порядка, я лихач, без прав. Да вы издеваетесь, опять какая-то мелюзга. Ну еще пизда мне, пизда, 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 пизда. Justice Crash! Ой-ой-ой. Сейчас попробуем. Justice Crash! Justice Crash! Получай великом по ебалу. Ха!
Алама! Итай! Бля! Ала яда! Частис каш! Получай. Такими темпами, так если понемножку, блять, мы его завалим. Частис каш! В принципе. Да. Фуэро! Джастис го! Джастис краш! Фуэро! Джастис го! Джастис краш! Ара, яда! Тачкоги мо! Джастис краш! Все, походу хабзда. Короче, я и так просрал. Сейчас еще и тут по сюжетке просру. Двойной пиздец. Название у видео есть. Так скажем. Так, что ж там будет? Прямо один в один будет копировать аниме? Или нет? Как вы мне все надоели? Мо, акита но ню! Меня подогнивает на этой шансе. Я должен сражаться. Я последний. Неважно, одержу я победу или нет, я обязан с тобой сражаться. Лихач, без прав, ты сможешь. Мы в тебя верим. У тебя получится. Держись, Лихач. Давай, побей этого урода. Ты наша последняя надежда. Чего ты там себе все лопочешь? Лучше бы сдох давно. Ой-ой-ой, хана мне. Может быть, мы его и победим. Если б нам дали больше сюжетного времени. Поляшком тебя будем бить. А, мы продержались, прикольно. У нас ранил там половинку, да, чуть больше, чуть меньше. Сейчас появится One Punch Man по сюжету. Бесполезно. У него на сосках сердечки. Ужас какой, что я заметил. И вот One Punch Man. Ты молодец, хорошо сражался. Ладно, теперь я уделаю эту морскую живность. Ой, ты, я все слышал. Хочешь присоединиться к своему дружку? Там же Генос еще появился. Вы, приматы, ничем друг друга не отличаетесь. Тебя ждет страшная смерть. Все могло бы сложиться гораздо лучше. Все. Все. Я должен был эпично с ним сразиться. Я просто забыл то, что вам пачмент убивает с одного удара. Просто в самом начале боя просто херанул его. Я нечаянно. Очень короткий бой получился. Самый короткий бой в моей жизни. Что? Суга! Суга! Вы видели, невероятно. Но не это еще кто? Нанда, имано.
Что это было-то? Невероятно. Он нас всех спас. Этот парень его одним ударом уложил. Одним ударом, всего одним ударом. Мы спасены. Как так? Другие герои его едва поцарапали. Он разве не из класса С? Вот так сила. Мы живы. Эй, ты как? Можешь дышать? Ики, штыр ка? Может, ты еще был не такая уж и сильная? Вон сколько героев не смогли с ним справиться. Да они, видать, все задохлики. Может и так, сейчас чудовище и правда кажется не таким уж страшным. Герой класса С уложил его одним ударом. Значит, проигравший герой реально одно. Хвастать везде, мол, класса А, класс С или там. Но все это одно название. Эй, да заткнись ты. Мы с ним жизнью ради нас рисковали. Так раз мы любой дурак сможет. Но чтобы зваться героем, нужно победить. Сегодня ты из стольких героев дух повышибали. Как теперь на них надеяться? Монстр им задал жару. Мне аж плащ дрожит. Ну, нас же все-таки спасли, и на этом спасибо. Но если герой слабак, то чем он от нас отличается? Мы чего не перестали изображать все герои? Если уж назвался героем, спасай людей. Закрой свой рот. Ты чё? Почему на меня злишься-то? Все мы жертвуем деньги на служба героев. А так раз они могли бы и расстараться, защищать нас получше. Это ж их работа. Вот и сегодня всё разложил какой-то лысик, а остальные просто сдохли ни за что. Заткнись, я сказал. Остальные герои просто тянули время. И ничего героического не сделали, так ведь? Мы остались живы, разве этого мало? Да, точно. Другие герои правда сделали мало? Или вообще ничего не сделали? Нельзя же на них наезжать. Ха-ха-ха, вот и повезло, ништяк. Другие герои порядком подкрепали эту тварь, ведь эта мужская дрянь была несложна. Но толком они сделали ничего, и все почти досталось мне. Здорово, что я припозднился, а? Эй, вы, валите уже отсюда. Скажите всем, что тут было. Я уложил чудище, вот это вот махину, и плевать мне, как я это сделал. Кто вякнет, что я заявился на все готовенькое, прибью, понятно? А, о чем это он? Получается, морского гада здорово измотали? В смысле, он так говорит, но... Чудище и правда совсем ослабло. Они здорово его ослабили. И все-таки с одного удара. Да как такое возможно? Погодите-ка, это ж Сайтама. Это ведь про него говорили, будто он смошенничал в городе Зе. Говорю же, что знаю эту рожу. Что, он мошенник? Точно, ничего не доказано. Я тоже про него слышал, он появился из ниоткуда и сразу взлетел на вершину в своем классе. Странновато, конечно. Он вообще-то под конец появился, а рейтинг-то ему поднимут. Но уложить чудовище с одного удара по-любому круто. Остальных героев Геноса или хотя без прав других героев чудище почти добило. А вся слава так запросто останется вот этому? Как ему не стыдно только? А вдруг он все-таки не жульничал? Что тогда? Эй, вы, займитесь ранеными, а? Они же живыми нужны. Если вся окочурится, кого мне использовать? А, ну и ну. Или все-таки жулик? Это нечестно. Верно, другие герои, вот кто совершил настоящий подвиг. Они молодцы. Если бы они не стали драться, мы бы уже все были мертвы. Мы должны быть благодарны этим героям от всего сердца.
И, короче, я вновь вижу Сайтаму, который стоит передо мной, который меня спас. И вообще там всех спас. Короче, ничего не меняется. Морской владыка. Вы можете его использовать? Я открыл, короче, морского владыку. Вообще. Вообще нихера непонятно. Короче, вот, мы прошли эту херню. В общем, на этом все. Всем спасибо, всем пока. Это был Доки Трэш. Ждите следующего видео по этой игре. Играйте в хорошие игры.